Всем привет! Сегодня я вам покажу, как плетется улитка. На моем канале уже есть одно видео о такой прическе. Там я разделяю волосы по хвостикам. Ссылочку оставлю в описании, кому интересно, посмотрите. Сейчас я буду заплетать ее без разделения. То есть я разделю прямой пробор, найду макушку, да, макушечку, серединку найду и от нее начну плести по кругу. Улитка — это косичка, которая начинается от макушки и идет по кругу, заканчивается косичкой, косичка прячется под основную косу. Итак, перед плетением волосы я всегда сбрызгиваю водой. Сбрызгиваю я слегка, поэтому волосы высохнут очень быстро. Разделяю прямой пробор. Сильно ровный пробор мне не нужен, так как, я уже сказала, мне нужна макушка. Смотрите, расстояние затылочное примерно должно быть равно расстоянию волос спереди. Все, я нашла серединку. Далее отделяю прядку. Прядку я отделяю в виде треугольника. Косичка у меня будет простая, состоящая из трех прядей, где каждая крайняя прядь будет идти наверх, на среднюю. Также вы можете пользоваться воском. Воск я беру сначала на пальчики, размазываю по пальчикам и затем уже наношу на волосы. Ни в коем случае нельзя сразу наносить, иначе у вас будет пятно. И если вы перестараетесь с воском, то волосы будут выглядеть как грязные. Поэтому воска нужно немного. Именно наносится он во время плетения, чтобы волосы не рассыпались. Когда вы помоете голову, волосы очень чистые и рассыпаются. Поэтому можно использовать дополнительно воск. Итак, начинаю. Три пряди, каждая крайняя прядь будет идти наверх. Прихват у меня будет с одной стороны, только справа. Прихват я буду делать от большего к меньшему. Ориентируюсь вот на этот угол, от большего к меньшему. От большего к меньшему. Прихваты я буду брать тоже по кругу. То есть смотрите, прихват у меня в виде треугольника. Здесь у меня примерно сантиметр, и прихват сходит на нет. Косичка стремится вот сюда. То есть с каждым прихватом я ее закругляю. Каждый последующий прихват я беру от предыдущего, то есть не вот так я беру, да, соответственно, это неправильно. Я должна здесь строить линию круга, то есть вот от этой точки я далее рисую круг. Прихват взяла, прогладила и положила к пряди.
следите за тем, чтобы вот это вот расстояние прихватов не увеличивалось, чтобы оно примерно, вот это вот расстояние шло одинаковое. Косичка дошла до кругового пробора. Косичку держу прямо на проборе, и далее прихваты продолжаю точно так же от большего к меньшему. Косичку я направляю на пробор вот таким образом. Соответственно, она пойдет у меня вот так вот, и с помощью прихватов у меня будет образовываться новый круговой пробор. Пряди в процессе либо сбрызгивайте водой, либо смазывайте воском.
Далее я иду на последний круг, то есть я начинаю уже все волосы брать полностью от краевой линии роста волос. То есть, соответственно, я иду на последний круг, и косичка у меня закончится вот здесь. Кончик я запрячу. Прихваты закончились. Я доплетаю косичку и завязываю ее в резиночку. Далее косичку продеваю и прячу. Вот такая прическа у нас получилась. Название ей улитка. Здесь самое главное найти этот центр, макушку. И от нее уже идет косичка по кругу. Кругов у меня получилось 4. Если прихват будет длиннее, то есть не такой коротенький, а длиннее, соответственно, кругов будет меньше. Если прихват будет еще меньше, то, соответственно, кругов будет больше. Косичку мы прячем под основную косу. Ходить с такой прической можно дней 7.
где-то. Вот, 5-7 дней можно спокойно ходить. А после расплетения будут очень симпатичные кудряшки, которые также будут держаться, ну, дня 2 примерно. А если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!